Настоящий дачный букет на своем приусадебном участке собрала Татьяна Вичкуткина. Именно она прислала к нам рекордное количество самых разных, но одинаково красивых цветов. По словам Татьяны, она очень любит природу и во время любого своего путешествия по Забайкальскому краю не расстается с фотоаппаратом. Отсюда и столько удивительных снимков. Для Алены Байко отдых в деревне также ознаменовался не только положительными эмоциями, но и фотоизображениями полевых и дачных цветов. Не менее красивые растения, но уже на даче, растут у Людмилы Богомоловой и Александра Якимица. Удивительные загадочные лилии запечатлел Николай Канин и некто под ником Алик. Ну а большая поклонница черемухи Ольга Юдина прислала к нам фотографии именно этого цветущего дерева. Также работами с нами поделились Екатерина Баранова, Анна Шмакотина, Светлана Авдиенко, Татьяна Шмакотина, Анна Колотилина, Валентина Простакишина, Сергей Григорьев, Николай Воробьев, Вероника Логинова и Ксения Иванова. Уважаемые участники конкурса, напоминаем, не забывайте также указывать свой контактный телефон и коротко подписывать фотографии, когда, где и при каких условиях они были сделаны.